В городе снова заговорили о застройке территории парка у Дворца пионеров. На этот раз якобы нужно место для нового технопарка. Больше всего обеспокоены родители детей, которые ходят заниматься в Дворец творчества. Говорят, что им предлагают переехать как-нибудь поместиться в помещении, которое вдвое меньше прежнего. У меня прибежал ребенок и говорит: мам, а нас чего, из кабинетов выгоняют? Я говорю: ну, никто не выгоняет, ну, наверное, что-то будет перемещаться. Нам на занятия приходят дяди, снимают, фотографируют, замеряют все рулеткой, говорят: выйдите, дети, мы тут сейчас все померяем, а потом уже будете заниматься. И дети в шоке, дети очень удивлены, почему их выгоняют оттуда. По словам родителей, выгоняют коллектив вокального ансамбля «Детвора». Он существует в стенах Дворца пионеров уже 45 лет. Коллектив большой, 78 человек. Занимается в двух классах, плюс у ансамбля много костюмов и реквизита. Родители говорят, что на днях им объявили о том, что летом в здании будет проходить ремонт, после которого ансамблю придется ютиться в одном кабинете на третьем этаже. А на первом будет располагаться технопарк «Кванториум». После того, как в классах начали появляться люди, делающие замеры и фото, родители обратились к активистам Общероссийского народного фронта. Но сегодня на встрече неожиданно для всех директор Дворца творчества опровергла всю эту информацию. Ну, я хочу сообщить нашим уважаемым родителям о том, что на самом деле рассматривался вопрос размещения кванториума на площадках дворца, но в связи с тем, что требования к помещениям кванториума определенного уровня, наши помещения не подошли под эти требования, соответственно, принято решение не размещать кванториум города Кирова на наших площадях. Мы вот, родители, не очень этому верим, потому что в свое время обещали и за эти классы когда-то тоже ремонты нам сделать хорошо и удобно, чтобы всем было. Оказывается, сделали только косметически. А остальное мы уже, родители, доделывали эти все ремонты так, как надо. Где в итоге разместят кванториум, пока неизвестно. Активисты ОНФ обещали следить за ситуацией. Запрос в правительство ими уже направлен. Кстати, сегодня в правительстве нам подтвердили, что планов по организации на площадях Дворца пионеров технопарка нет.